Приветствую всех на своем канале, и с вами снова я, Марина. Я хочу сегодня с вами поделиться, так скажем, своим хомячеством. Но это у меня маленькая часть всего, чем я увлекаюсь. Ну, давайте вот вступим. Это буквально вот 2 года я заразилась, как бы вот немного. Не скажу я так, что совсем уже я с головой окунулась в мир вышивки, но мне это очень нравится. Потихоньку у меня помаленьку очень продвигается вот это вот. Ну, вот для начала это я уже показывала, вышила. Ну, с мингирей только вот отдельно. И вышила икону умиления бисером тоже. Ищу школьницу. А теперь вот купила, но она у меня лежит, и что-то как-то не продвигается. Или у меня душа к ней не лежит. Или что-то вот начала, и она у меня как-то косо ушла. Если можете подсказать, как вот их вышивать маленькие. Совсем маленькую, ладно, там удобно ее. А вот такую, если я взяла с собой, я уже пробовала ее накручивать на... Ну, как бы вот на вот не длинную такую, как бы пластмассовую основу, и чтобы она была в закрученном виде, чтобы ровно вышивалась. Ну, как-то оно вот у меня, видимо, с самого начала сбилось, и вышивка перекосилась. Сейчас давайте еще я в первую очередь, наверное, покажу вот иголочки у меня купленные. Купила вот такие иголки, не знаю, как они называют, чьи они, тут не указано, но не по-русски написано. Три иголочки, да, здесь нет, 4, я одну уже взяла, использовала ее. Еще вчера купила вот такие иголки, ну не знаю, насколько они будут хорошо. Здесь написано английские, England. Еще вот смотрела у девочек, тоже вышивают. Они вот, я поняла, вот такими длинными вот иголками. Не знаю, не пробовала. Что-то как-то, мне кажется. Ну, не пыталась. И еще. Можете посоветовать? Я купила набор, вот здесь по 2 ушка в иголочке. Для чего, не знаю. Не искала в интернете даже, честно говоря, как их использовать. Нитка вдеватели. Видела, показывают в интернете такие интересные, вот плоские. Вчера пошла в магазине, увидела, уже несколько раз спрашивала, не привозили у нас даже таких вот, что вот плоские. Вчера зашла, привезли, но они, получается, не для тоненьких иголочек, а вот для таких, которые уже потолще. Вот оно. Тоже оно написано здесь, Австралия. Стараюсь брать, чтобы какие-то не китайские, хотя есть всякие, наверное, китайские тоже. И еще у меня куплены вот германский, вот такой, но это обычный. Обычный вот он. Просто здесь вот более качественно, что ли сказать, приклеено. Или как-то, ну, в общем, обработано хорошо. Теперь давайте покажу вот мулине. Ну, это, наверное, я уже не помню, честно говоря, брала либо для конкретных работ, либо так заходила в магазине, что дешевая. Но, в принципе, у нас вот в основном только гамма и еще какие-то
есть. Началось у меня еще с того, вот набирать я стала очень много цветного, яркого такого мулине, кривульки. Посмотрела, кривульки вышивают, они такие яркие, красочные. Вот это вот мулине идет шерстяное, что ли, шерстяная ниточка. Не знаю, еще тоже их не использовала. А вот эти вот для кривулек. Ну, здесь для обработочки взяла вот, как металлические. Ну, гаммовские это все, конечно. Я уже тут посмотрела в видео, что девочки используют хорошие и желательно там, лучше. Ну, вот у нас то, что есть, я то и купила. Еще у меня вот наборчик такой куплен. Ну, это просто по цветам я подобрала. У меня еще в планах есть вышить, не знаю, как ее назвать, икона. Благослови всех входящих в этот дом. И, ну, что-то, в общем, вот такая. Здесь вот хочу такую вот вышить еще иконку. Ну, и из тех, что у меня в хомячестве есть, это... Ну, вот такой котик детский. Я воспитатель по профессии, поэтому началось у меня с того, что вот как-то детские картинки больше беру. Тем более не было у нас раньше, а сейчас заполонено очень много. В магазин заходишь, и каких только нету. И буквально вот за вот 2 года, как я начала вышивать, у нас открыли магазин, в магазин завозят, прямо вот там ломится, вот навешано очень много различных вышивок. Вот. Это маленькая. Ну, для меня как бы и маленькая тоже требует времени, усидчивости, что и ребенку время много нужно уделить. Здесь вот ангел, ну, уже я пыталась доставать его, но так как здесь все просчитывать, не знаю как, вот вы высчитываете вот это вот все. Я сама в таком состоянии была, когда вот школьницу вышивала, и как-то я сейчас даже под сомнением взялась бы я вот такое снова вышить. Ну, здесь вот еще взята собачка, ну как-то вот она крупная такая сетка. Как ее вышивать, я не знаю. Ее, видимо, как-то наискосок, что ли, вот нужно вышивать. Ну, нужно будет пробовать. Самые мои любимые. Это вот Богородица семистрельная. Бисером она вот такая прям аж. Фон у нее получится золотистый. Здесь уже бисером мне ее упаковали. Это вот я дочери взяла. Старшей нам подарили иконку бабушка. А вот младшей Анастасию я хочу вышить сама. Тоже у меня бисер уже куплен, лежит отдельно. Еще одна из первой работы у меня вот куплена. Из первой иконы вот купила вот эту, и она у меня лежит. Все, не знаю, как я за нее возьмусь. Здесь всю ее надо вышивать. Для меня, конечно, это страшное дело. И самая моя любимая, это вот эта. Мне она безумно понравилась. Нашла ее в интернете, заказывала девочкам в магазине, продавщицам. Но не привозили. Еще Петр и Феврония. Тоже не могла ее, так и не нашла. Привозили какую-то маленькую, но некрасивую. А вот эту вот увидела, сразу загорелась. Хочу вот такую икону вышить. Что вот именно вот ангел, что он с русыми, со светлыми волосами. Вот это то, что у меня вот в моих запасиках лежит. Ну еще вот что касаемо
Это еще старинное, старинное мулине. От бабушки досталось, от прабабушки. В общем, это вот так. И взяла я в рыбацком магазине, случайно зашла. Так как бывает, что уезжаем к бабушке, и приходится брать с собой бисер, вот взяла вот такую штучку. Ну, не знаю, если будет неудобно, подарю папе. Он у нас рыбак, пригодится ему. Не знаю я, как там им тоже удобно, если мормышек или что они здесь хранят, возят на рыбалку. И вот такая вот еще, ну, это большая уже, наверное, более профессиональная рыбацкая. Но я увидела, сейчас покажу, сколько у меня бисера, поэтому посчитала, что, возможно, мне и надо ее приобрести. Каждая ячеечка открывается отдельно, плотно, поэтому попробую. Но еще не расфасовывала. Это все нужно время. Как-то я не могу взяться. Вот у меня такой сундучок с бисером набит. Еще хотела взяться деревья делать. Сделала только одно дерево. Бисера набрано уже деревьев на 5, наверное. Но вот меня все никак подтолкнуть никто не может. Мне так нужно, чтобы меня подтолкнули. И тогда я уже начну больше. Вот жду, может быть, вы меня как-нибудь так более серьезно подтолкнете к этому делу, что у меня пойдет процесс более быстро, так скажем. И следующее, что я хочу показать, но это я уже здесь не разделываю все, ну это все у меня бисер. Вот это вот все бисер, бисер, бисер. Вот он, всяко разное у меня здесь. Все в мешочках. Это вот для дерева в мешочках. Зеленого вот очень много взято. В общем, еще я и игрушки делала, поэтому здесь больше, наверное, не чешского бисера. Это потом я уже стала для работы чешские брать, а вначале для игрушек. А так где-то подешевле, увидела, взяла. Яркий, красивый, понравился. Взяла немножко, где-то остаточек, где-то там. Ну, в общем, понемножку, и вот оно набежало. В общем, вот то, что я хотела показать вам своего хомячка по вышивке бисером и крестиком. Спасибо за внимание. Рада была пообщаться. До новой встречи. До свидания.